Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Это Украина? Да, это Украина. СМС-ка пришла, говорит, если хотите сдаться, говорит, можете позвонить. Да, если хотите сдаться. Это куда надо вообще подъехать? Ну, если вы воюете, вы же где-то находитесь в каком-то регионе. Ну да. Ну, подъедете, как, или что, вы все заберете? Или... Подъедем. Я или просто говорю. Нужно понимать, вы в каком регионе находитесь, действительно ли вы хотите сдаваться. Для этого мне нужны ваши данные, вы сбрасываете. Я вас контактирую, и вы будете сдаваться, если есть желание. Я это резать не будете, говорю. Ну это ж вам только рассказывают, что там кто-то режет. Вы можете посмотреть, есть YouTube Владимир Золкин, есть блогер. И там он общается с пленными, пленные возвращаются, регулярно мы отдаем на обмен. Поэтому никто никого резать не будет, не переживайте. А то мы так-то вообще особо не хотели сюда ехать. Приказом нас отправили. И вот думаем, что делать вообще. Ну вот я же вам говорю, если у вас есть желание, вы можете сдаться и таким образом и поедете назад. Никто не режет, и вы понимаете, есть же несколько агента, есть понимание, кто такой экс-комбатант, который не несет уголовную ответственность, если он не совершал военное преступление. В таком случае вы по программе обмена возвращаетесь домой. Все, я понял, спасибо. Да, звоните.